Еще одним подарком на День города и района стал флешмоб – парад близнецов. В мире насчитывается от 70 до 80 миллионов пар близнецов. В нашем районе тоже ежегодно рождаются двойни. Самым урожайным по числу родившихся близнецов был 2013 год. Тогда их родилось 16 пар. В прошлом году на свет появилось 11 двойняшек. А вот в этом году за 9 месяцев только в трех семьях родились близнецы. В праздничном параде приняли участие 26 пар двойняшек и 2 тройни. Марине и Евгении Севицкой по 6 лет. Себя сестры считают совершенно непохожими друг на друга, но увлечения у девочек общие. Что вы любите вместе делать? Рисовать, читать, писать, играть, купаться. А какая у тебя сестра? Какая она? Веселая, играет с котом. В параде двойняшек сестры Севицкие принимают участие не первый раз. На праздник они пришли вместе с родителями. Настроение отличное. Готовились, ждали. Мы второй раз участвуем в этом конкурсе. Очень довольны, очень рады. Очень много позитива, улыбок. Мы счастливы. В честь 80-летия образования Краснодарского края, в день рождения Славянского района и города Славянска на Кубани, близнецы запустили в небо шары – триколор флага Кубани, как символ любви к своей малой родине. А после исполнили праздничный флешмоб под руководством народного хореографического ансамбля «Ритмы планеты». Участникам флешмоба вручили сладкие подарки и пригласительные билеты на посещение лунопарка. Когда в семье рождается ребенок, это счастье. А когда на свет появляются сразу 2 малыша, а может быть и 3, то это счастье в двойном и тройном размере. И частичкой этого огромного счастья участники флешмоба поделились со всеми славянцами. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».